Всем привет! Начинаем очередное путешествие по Стокгольму, Швеция. Это наш северный сосед. На одной из улиц есть несколько уличных скульптур. И вот одна из них посвящена скульптору Сергелю Юхану Тобиасу. Родился в 1740-м, умер в 1814 году. Шведский скульптор, художник, профессор Академии искусств, мастер европейского неоклассицизма. Ну, так написано в Википедии. И учителями были Рен и Аушевик. Вот так вот, наверное, звучит. Он обучался в Европе, в Италии. Большой его самостоятельной работой было первое. В 1770 году он сделал скульптуру под названием «Фаун». Сергель был избран членом Французской академии искусств. В 1778 году вернулся в Швецию, покинул Рим. После возвращения Густав III назначил его придворным скульптором. Ну вот на этой скульптуре, в общем, автор Горан Страт, который сделал эту скульптуру, как раз изобразил Сергеля, который высекает из камня женщину. Но помимо крупных работ, Сергель занимался различными мелкими заказами, создавал значительное количество бюстов, портретных медальонов. Он известный скульптор Швеции. В честь его названа площадь Сергельсторг и улица Сергельгатан. Ну вот, собственно говоря, и все. Вот можете посмотреть скульптуру, будете в Швеции, в Стокгольме, и точно ее не пропустите. Там эта улица идет по параллельно центральной улице. Вот там такая скульптура. Очень интересно, красиво. Заходите, посмотрите. Приятно посмотреть. Вообще, я люблю маленькие такие уличные скульптуры. Они очень интересны. Все, всем пока, всем привет, до свидания.